Всем привет! Вас приветствует меховой салон Ателье Натесса. Сегодня я хочу показать вам колье с аммонитами, лазуритом и океанической яшмой бабочка. Яшма очень редкая разновидность, она имеет очень необычный красивый рисунок. Минерал, представляющий собой обширное разнообразие цветов, причем цвета всегда смешаны. Добывают океаническую яшму на Мадагаскаре. Магические и лечебные свойства. Он развивает в человеке смелость и честолюбие, способность взять на себе ответственность за совершаемые поступки, уметь запасаться терпением и не торопить события. Если долго носить на себе талисман, он неизменно разовьет в человеке креативность, принесет в его жизнь яркие краски. Созерцание концентрических кругов и рисунков на минерале позволяет человеку понять и осознать цикличность природных процессов. Медитация неизменно оздоровляет весь организм. Само колье состоит из двух частей. Подвеска бабочка съемная. Ее можно носить отдельно на плетеном бисерном жгуте. Колье создано в единственном экземпляре – ручная работа. В этом украшении из натуральных камней использованы также камни Сваровски, жемчуг, чешский и японский бисер. Разные конфигурации. Приобрести это или другое колье с нашей новой коллекции вы сможете в городе Днепропетровск, проспект Дмитрия Яворницкого, 83, ежедневно с 10 до 19.00 или на нашем сайте natessa.com.ua. Ждем вас! Всем хорошего дня! Пока-пока!